Пане Романе, добрий день, слава Україні. Героям слава, бажаю здоров'я. Ми зараз говоримо про ймовірні сценарії. Я хочу тут наголосити, що ми говоримо не про якісь панічні настрої, а просто про готовність, про те, щоб ми мали собі так на увазі і були готові до будь-якого сценарію, бо, на жаль, ворог у нас, ну, який є, і ми всі знаємо, який він. То від вас хочеться просто такий прогноз. Якими потенційно, на вашу думку, можуть бути сценарії росіян на наш День Незалежності? Яких загроз нам потенційно треба чекати? Панические сценарии сейчас как раз у нашего врага, у россиян. После того, как почтовое отделение Генштаба ВСУ начало доставлять подарки на дальность практически в 300 километров, последнюю пару недель мы видим приходы и в Саки, в Крым, в наш украинский Крым, и подарки пришли под Джанкой, то Российская Федерация, военно-политическое руководство России приняло ответные меры, то есть оно готовится к доставке такого же плана подарков на глубину до 300 километров. Потому они в последнее время закрывают практически больше десятка аэродромов вдоль границы с Украиной, подтягивают для прикрытия этих аэродромов системы противовоздушной обороны. То есть вся эскалация, которая сейчас проходит вдоль нашей границы, она практически направлено для того, чтобы прикрыть от воздействия наших каких-то моментов, и она не направлена на какие-то вопросы, связанные с нападением на саму Украину. Тобто це йдеться зараз більше, ну, не про наступ, і про що теж звучать думки, а все-таки це оце, може, мені так сподобалось, як ви сказали, поштове відділення Збройних сил України. Це щоб з їхньої точки зору перебити ці поставки, правильно? Зупинити доставки подарунків, які не люблять подарунки. Так і є, тому що іменно підтягування определенних сил і средств, в основному це система противовоздушної оборони. Это С-300, С-400, это разворачивание ПВО средней, малой дальности. Она как раз говорит о том, что именно россияне сейчас боятся наших подарков. И я так думаю, они боятся не просто так. То есть, наверное, что-то знают. Потому в ближайшее время, скорее всего, что мы увидим вот эту работу наших почтальонов из ВСУ. И можем порадоваться за нее. То, что может, допустим, нас ждать в это время, зависит от того, какая будет задача поставлена для внутреннего потребления российской аудитории. Практически все, что делает российская армия, российское военно-политическое руководство, оно направлено для внутренней аудитории. 90-95% практически их действий – это больше пиар, какой-то пиар, чем военные действия как таковые. Угу. В последнее время позиционная война, которая идет на фронте, она практически в медийном плане очень непоказательна. Эскалации на фронте, естественно, не происходит, нечем эскалировать ситуацию. Потому они могут придумать какие-то провокации. Действительно, могут быть какие-то удары, но не более чем те, которые мы уже, в принципе, за все это время приняли. Большего ничего они практически придумать не могут. Угу. Да, есть кое-какие проблемы, допустим, там по Белоруссии в районе Зябровки. Есть вопросы по Харькову, по Николаеву. Но мы их примерно представляем, будем готовы. Почули вас. Дякую. Роман Світан, полковник Збройних сил України, військовий пілот-інструктор, про ймовірні сценарії розвитку подій до Дня Незалежності Української.